Президент Беларуси с официальным визитом в Индии. Торжественная церемония встречи состоялась накануне в президентском дворце в Нью-Дели. Сегодня Александр Лукашенко встречается с руководством страны, в том числе с президентом и премьер-министром. Глава государства уже посетил мемориал Раджгхат, где возложил венок монументу Махатмы Ганди. Это место, почитаемое всеми жителями Индии. Также состоялась встреча с министром иностранных дел Сушмой Свараж. На переговорах Александр Лукашенко подчеркнул, что фундаментом двусторонних отношений должна стать экономика. А накануне в Нью-Дели прошел масштабный экономический форум. Участие в нем приняли около 200 руководителей компаний двух стран. По итогам переговоров уже понятно, Беларусь и Индия переходят от простой торговой схемы экспорт-импорт к полноформатному сотрудничеству. Правительство Беларуси пообещало поддержку развитию совместных проектов. По итогам форума достигнуто 10 соглашений. Большие задачи по завоеванию южноазиатского рынка перед собой ставит белорусская колейная компания, а также машиностроители, большой потенциал и фармацевтической отрасли. В Беларуси стартовала неделя спорта и здоровья. На площадке у Минск-арены прошла церемония открытия, где профессиональные спортсмены показали школьникам мастер-классы по 38 видам спорта. Среди них футбол, гандбол, волейбол, карате, фехтование, гиревой спорт, ушу. Кроме того, в рамках недели можно записаться в спортивные секции.